Народ, всем привет! Да, это я, и видео называется «Что же привезла Наташа родным из Эмиратов? Подарки». Но мы все еще в отеле «Матейка», и дело в том, что родные придут Наташу встречать, и подарки она им сразу выдаст. Кстати, очень удобно сделать свой чемодан пустым. Поэтому Наташа очень попросила сейчас разложить подарки. Не все мы будем распаковывать, там реально многие футболки просто уже завернуты и запакованы в скотч. Но многое покажем, что же Наташа привезет родным из Эмиратов, из Кении, возможно, из Польши. Из взрослого, кстати, есть подарки. Да, взрослые мы были еще в прошлом августе. Вот, мы все еще в отеле «Матейка», сегодня выезжаем. Отель прекрасен, все разложено. Простите за бардачок. А, кстати, помните, я говорила, что вот в этом чемодане ничего моего нет. Немножко наврала, вот тапки. Тапки, которые я купила, все-таки в этом чемодане. Будут они у меня в Киеве. Итак, вот что Наташа привезла родным. Ну, давайте рассмотрим с вами. Так, ну это кенийский чай. Помню, да, мы привезли из Кении много и орешки. На этот раз умудрились найти орешки с хорошим сроком годности. Хотя почему-то они портятся очень быстро, я не знаю почему. Дальше вот такие прикольные шорты. Покупали, а, даже уже стоит в Максе. Максе покупали. Футболочка Umbro. Наверное, вы видели видео, где мы заказывали шорты, где мы заказывали Umbro онлайн. Кстати, заказали это ребенку, но ребенок намного меньше меня. Просчитали с размерами. Вот такая у меня зеленая Umbro теперь. Ну, нормально, в принципе. Так, дальше у нас что? Ну, давайте вот так. Вот здесь кенгурушка. И такая прикольная футболка Alfa Romeo черная. А у меня есть такая же красная. Дальше снова идем вниз. Вот такие труси прикольные мы взяли в Абу-Даби. Видео вы уже видели. Дальше табаско. Прикольный соус. Очень острый. И очень нравится нашим родным. Но почему-то он стоит намного дороже в Киеве, чем в Эмиратах. Поэтому тоже его купили. Дальше вроцлавские подарки. Кто помнит гномика? Первого спящего гномика во Вроцлаве как раз мы увидели вот этого вот спящего. И магнитики. Это Наташа себе купила, это сестре. И вот такой вот бегемотик. Мы его тоже привезли из Кении. Прикольно, раз колечко положил. Ну, для ключей, наверное, он такой большеват, ой, маловатый, ну, нормально. В общем, в принципе, классный подарок. У меня такой же есть, только поменьше. Дальше снова подарки из Кении. Вот какой бегемотик. У Наташи два таких, но распаковали мы только одного. Вот такой прикольный жираф из бисера. Помните, покупали у Анны и друзей в Атаму. И такой слоник прям с бивнями. Классный такой вообще. Вот такие штучки в нос, когда у вас насморк. Очень прикольные, но опять-таки в Украине они стоят что-то очень много. А мы брали в Кении за доллар там несколько штук. Далее спускаемся. Вот такой прикольный свитшотик. Такой цвет вообще классный. Умброчка. Вот, тоже показали мы хорошо его в шорте. Вот, Umbro вообще прикольная фирма моей молодости. Но сейчас молодежь очень любит Nike, поэтому помните, купили много футболок Nike на распродаже в Эльвах да Мол, в Абу-Даби. Ну, действительно классные цены и футболки. Ну, классно, классно. Но это вообще футболка, ну, я думаю, такой вообще в Киеве ни у кого нет. Очень классно. Мы где-то 10 футболок взяли, сделали фотографии, выслали, спросили. И нам ответили, что вот такую вот футболку было бы классно получить в подарок. Так, так что вот, раскладываем все назад. Дальше финики. Ну, конечно же, финики. Что же не привезти из Эмиратов? Конечно, финики. Вот это вот несколько вариантов. Вот эта вот фирма Date Crown. Data Crown. Вот Лулу прикольные, вкусные. Хенази и Хидри. Хидри чуть побольше финики. И мы всегда эту фирму привозим. Единственное, что, конечно, срок годности смотреть нужно. И они в пакетиках можно пощупать, чтобы были свеженькие. Вот еще Хенази. Но на самом деле у Наташи их больше. Это они вот 4 пачки. Мне кажется, у нее еще пару пачек есть. Дальше вот такие футболки Everlast. Тоже, я думаю, вы шортик видели. Мы заказывали их в бренд Falaise онлайн. Вот, прикольно. Взяли нормальные футболки. Тоже вот такой у меня. Помните, какие-то два музыкальных шорца я сделала. Такие Мехико 70 и Испания 82. Тоже такие купили на подарок. Несколько вариантов. И бегемотики с Кении. Помните, какой же он шикарный. Это вот видео было, ему показывали, как из вьетнамок, которые собраны на пляжах, в море, делают животных, продают их. Ну, как бы деньги, я так поняла, половину идут в борьбу
за чистую природу. Мы надеемся, что они реально идут в борьбу за чистую природу. Вот такая фирма. И мы их купили тоже в одном из молов в Кении, в Найроби. Я называла бегемотика Стиви. Вообще, я постоянно даю животным какие-то имена. Даша смеется, говорит, почему Стиви, я не знаю, как бы вы назвали бегемотика. Даша купила себе жирафа, но он в этот раз остался в Эмиратах. Жирафа я назвала Жорж. Даша тоже смеется. Почему не девочка? Ну, если девочка, то Жоржа. Вот, и дальше тоже футболочка Умбро. Прикольная такая. А, не футболочка, это свитшот. Но мы это опять-таки вам это все уже показали в наших шортах. И вот такой прикольный, на доллар было штук 5. Пакетик Carrefour с носорогом. То есть удобно положить. У нас есть по несколько, положить подарки и вручить просто сразу же родным и близким. Вот так я вам быстренько показала все, что Наташа привезла родным. Надеюсь, вам нравится видео. Пишите, ставьте лайки, пишите комменты. Сейчас давайте еще выглянем через подоконник, посмотрим в Кракове. Потому что в Кракове постоянно должны были идти дожди. Мы уже взяли все куртки, но когда приехали, дождь шел только ночью сегодня. Смотрите, как вылезать здесь надо. На сиденье. И вылезаем, смотрим, что там. Погода, по-моему, шикарная. Сейчас 10 утра. Выезд из отеля в 12. Легкий ветерок. О, красота какая. Вообще из окна. Хотя вот там вот отель напротив. И мы вроде как не видели его в прошлый раз. Смотрите. Мы пересмотрели наше видео, но в прошлом году мы были этажом ниже, в 309 номере, сейчас 409. И я так посмотрела, ну, вроде я даже не могу понять, он был или не был. Ну, на этаж ниже, возможно, его не заметили. Так что, может, это отель еще ближе к вокзалу, и, может, они дорого стоят. Так что надо было смотреть просто лучше. Вот. Сейчас открываю здесь окно. Вот такой красивый звук. И, кстати, церковь так звонит каждые полчаса. Ну, как каждый час, допустим, 7-8, такой большой звон. А вот где-то в 30, 8-30, 9-30, такой дзынь, и все. Что вот такой у нас номер. Вот такие вот у нас уже сборы. Все уже будем собирать. Выходить через пару часов. Как я показываю вам слово, как я удачно приземлилась на скутере. Плечо у меня болело. Похоже, плечо встало на место. Ну вот. Когда на скутере садитесь, обязательно его проверьте, чтобы он четко вы его разложили. Я, видимо, не разложила, спешила на работу последний день. И как поехала, и как шлепнулась. Повезло просто, что ничего не сломала. Вот, такое у нас сегодня было видео. Давайте еще раз посмотрим подарки. Кстати, классно, если вы в комментах напишите, что вы привозите в основном. Вот, в основном раньше это были магниты. Понятно, что из Эмиратов, финики. Сейчас, если находим какие-то распродажи, привозим еще одежду. Понятно, что привезли чай любителям и орехи тем, кто любит это дело из Кении. Ну, просто вот брелки есть, всякая медицина. В общем, пишите, что вы в основном привозите для своих родных и близких. Все, всем пока, ставьте лайки, пишите комменты.